Привет, модники и любители яркого стиля. С вами господин. Наш сегодняшний герой, пулеметчик, оказался неуязвимым для огнестрельных ранений и холодного оружия. Но, как выяснилось, в глубине души он чересчур сентиментальная и хрупкая личность. И глядя на то, как пулеметчик страдает от насмешек тиммейтов по поводу его безвкусного внешнего вида, я поспешил на выручку и подобрал 5 прекрасных сетов. Минуя длинные и скучные вступления, начнем с сета «Гавайец». Ты заглядывай, тут весело бывает! Думаю, не стоит разъяснять, как Хевику с его жировой прослойкой душно в этот жаркий летний сезон. Так что я нашел такие шмотки, как летняя шляпа, крупнокалиберный туризм и аквашлепки. Эта легкая одежда не сковывает движений нашего героя и в то же время придает элегантный внешний вид. Дабы выглядеть круче в глазах окружающих, летнюю шляпу и аквашлепки следует покрасить в командный дух и придать вашему фотику золотистый цвет. Ну а цена комфортного летнего гавайца от 20 ключей. Нехилая расценочка, но красота требует жертв. И все же не обязательно быть богатым, чтобы хорошо одеваться. Бывалый вояка получил свою форму бесплатно, когда в 18 лет загремел в армию. И хотя служба уже давно в прошлом, пулеметчик смело надевает камуфляж каждый раз, когда идет нагибать паблики. Образ Хевика военного составляют такие вещи, как бандитский долг, пулеметчик-охотник и команда. Кстати, прежде чем продолжить, предлагаю вам оценить это видео, потому что как только оно соберет 100 лайков, я займусь следующим топом сетов. Ну и подписаться, конечно же, чтобы не упустить ничего нового. А сет «Бывалый вояка» будет стоить 14,5 рефов. Этот мужик отличается суровым характером и радикальным подходом ко многим вещам. Таким образом, он стал лидером байкеров, имея в наличии только машину. И хотя в субкультуре байкеров у каждого обязательно должен быть мотоцикл, у нашего Хевика есть огромные кулаки и тяжелая пушка. Поэтому все, кто не признавал его статус и величие, давно подохли. Миннесотский зачес и борода пережиток прошлого в коричневом цвете великолепно подходят друг к другу и передают образ влиятельного и сильного мужчины, а футболка водолазища чудесно дополняет этот комплект. Лидер байкеров обойдется вам в половину ключа. Сильный, отважный и смелый, честный, надежный, умелый, красавец мужчина, всегда молодой, гляди на него, пи***ц, он крутой. Советский полковник славится громкими победами во время Великой Отечественной войны и хорошим аппетитом. Ходят слухи, что последние несколько лет он жрет одни бутерброды. Однако нас это мало касается, поэтому вернемся к его внешнему виду, который состоит из офицерской ушанки, снежных рукавов и танцевальных сапог. Причем вся одежда в краске балаклавы навсегда. Ну а стоимость советского полковника почти один ключ и 20 рефов. Если бы вы меня спросили, почему я назвал последний сет «Сельский защитник», то я бы вам ответил, что не знаю. Несмотря на это, «Сельский защитник» мне нравится больше всего, и полюбил я его не столько за сексуальные усики, сколько за грозный и боевой внешний вид. А какой сет заценили вы? Обязательно пишите в комментах. Чтобы создать этот образ, вам потребуется советский джентльмен, пилотский прикид и боевые брюки. А что самое главное, вам не потребуется тратить дополнительные средства на краску, ибо все шмотки и так выглядят классно и превосходно сочетаются. Стоимость такого клевого сета всего лишь 15 рефов. В заключение могу сказать, что я потратил немало времени на составление сетов, зато Хевик остался доволен, а значит по поводу внешнего вида до него уже никто не докопается. Ну а с вами был ваш господин. Увидимся!